Украина сможет продавать больше товаров в Евросоюзе. Совет ЕС утвердил увеличение квот, сообщает официальный сайт. Это был финальный шаг. 4 июля такое же решение принял Европарламент. Документ увеличивает для Украины квоты на экспорт томатов, пшеницы, кукурузы и меда. Преференции являются дополнением к соглашению о зоне свободной торговли и будут действовать 3 года. После официальной публикации текста ориентировочно в сентябре изменения вступят в силу.